Главное управление МЧС Почувашия подвели итоги за второй квартал этого года. За этот период надзорное ведомство провело почти 450 проверок и более 230 рейдов, в ходе которых выявлен ряд нарушений и несоответствий. Такие предприятия получили предписание. На публичном обсуждении присутствовали представители бизнес-сообщества республики и специалисты по противопожарной профилактике различных организаций. Сотрудники надзорного ведомства рассказали о правилах и нововведениях гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Слушатели, в свою очередь, смогли задать вопросы. Правда, такая возможность у них есть и в другое время. Консультации проводятся лично, по телефону или по интернету. Затрагивали проблемы это периодичность и количество проверок организации, в частности пожарного надзора. Обращался в управление, главное управление МЧС Чувашской Республики, на что был дан ответ о количестве проведения проверок, которые соответствуют не чаще одного раза в год.